Друзья, мы уже в отеле, в своем номере. И сейчас собираемся пойти в торговый центр. Торговый центр находится в отеле на первом этаже. Не знаю, что мы там купим, не купим, не знаем. Там, наверное, все дорого, это 5-звездочный отель. Просто прогуляемся, посмотрим на людей, посмотрим отель. Потом планируем после торгового центра пойти поесть, поужинать и пойти потом поплавать и сходить в сауну. В общем, как-то так. Ну что, друзья, мы выходим из номера. Сейчас я вытащу карточку. Сейчас дверь открыть надо. Мама, выходи. Так. Сейчас мы так сделаем. И все. Дверь у нас закрывается сама, мама. Пошли. Толкай. Все, мы идем. Немножко в отеле темновато, конечно. Все, много ходили мы с мамой. Немножко ноги у нее устали. Вызываем маму лифт. Да, лифт вызываю. Ты можешь посмотреть? Не знаю, ну здесь кинотеатр есть. А мы зайдем. Ну сейчас зайдем, лифт вызови. Давай зайдем, говорит. Вот сейчас торговый центр спустимся, потом пойдем. Кинотеатр. Угу. Вчера не хотела идти, дорого, говорит. Бесплатно? Ага, бесплатно. Бесплатно? Угу, бесплатно. Мани-мани платить надо. Друзья, мы вышли вот из лифта. Нам туда направляемся сейчас. Торговую галерею. Это вот эта гостиница. О, смотри, кто здесь был. Смотри, кто здесь был. Какие звезды. Лена Ленина была, смотри. Потом группа Виагра. Вот. Тоже Бандерас была, смотри. Жанна Фриске даже была, представляешь? Какой-то диджей, Дима Билан был. Сергей Лазарев был, смотри. Нам туда. Медленно иди. Это золото. Золото снимать нельзя. Наверное, не знаю. Вот смотри, как красиво здесь. Вот смотри, сувенирка твоя любимая продается. Что-то увидела? Смотри, какая красивая елка. Вон какая большая. Медленно иди, да. Сейчас поедем. Давай здесь фотографирую я тебя. Иди туда. Друзья, мы пофотографировались в этом красивом месте. Вот туда. Теперь мы идем в ту сторону. Смотри, как красиво. Вот такой вот бар небольшой. Так, люди отдыхают. Какие-то татарские песни поют. Вот. Тут тоже ресторан. И вроде бы все. Торговый центр закончился на этом, я так понял.
Можешь танцевать. Здесь. Так, ну тут мы, наверное, потом зайдем. На последний этаж пойдем. Так, ну, в общем, все, торговый центр закончился с этой стороны. Друзья, ну что, мы вот здесь вот пофотографировались, значит, здесь гардероб. Здесь вот опять началось, с этой стороны торговая галерея началась. Мама вот здесь красиво уселась, красиво сидит. Мы здесь тоже пофотографировались. Вот. Сейчас пойдем дальше. Пойдем. Так, друзья, мы проходим вторую сторону торговой. Центра, так сказать, торговой галереи. Мама уже вперед убежала, вон встала. Мне нужно купить плавки, не знаю, получится купить, не получится, не знаю. Здесь телефоны продают. Вот идем гуляем спокойно. Тут золото продают, часы. Понравилось что? Ну, ну смотри, смотри. Гулян ходим, там торговый центр такой небольшой получается, но есть там то что-то на втором этаже, на третьем он что-то есть, можно посмотреть сейчас. Мам, смотри, какие красивые вазы, смотри. Очень красивые вазы. Так. Ну сейчас пофоткаемся, дальше пойдем. Так, ну что, друзья, мы поднимаемся на второй этаж. Мы сфотографировались возле этой замечательной елочки. А, еще к нам подошел, как его? Так, поднимаемся на второй этаж. Мам, на меня посмотри. Сейчас. Сейчас будет мама профессионально фотографировать. Сделаем одну самую большую фотографию. Она будет стоить где-то 700 рублей на память. Вот. К нам подошел человек, он профессиональный фотограф. Вот мы с мамой едем. Скажи что-нибудь хорошее. Как тебе торговый центр? Нормально, нормально. Нормально? Ты рада? Как красиво, мама! Как красиво! Вообще шикарно! Вообще. И здесь... Ну, вот смотрите. Я не думаю, что администрация будет сильно ругаться. Я думаю, не будет. Так, ну, ну выбирай, какой ты, где какой ты хочешь. Давайте здесь тогда. Давай. Вместе с вами, конечно. Ну, в принципе, можно. Я думаю, что, в принципе, если оборудование оставить на кресле, то, в принципе, ничего не Ну, это да. Просто так, сейчас выключаемся. Ну что, друзья, мы пришли. Профессиональный фотограф. Вот, мы место уже выбрали. Это будет место вот здесь вот. Вот здесь будет. Так что вот так вот. А мы будем... Еще фотографироваться сами уже. Вот здесь я ее сфотографирую. Вот здесь вот сфотографирую. Потом здесь вот сфотографирую обязательно. Потом еще вот там вот тоже с цветочками сфотографирую красиво. Так что вот так вот. Ну что, друзья, мы уже пофотографировались. Фотограф нам принес фотографию, которая стоит 700 рублей. Покажи, мам, фотографию нам. Посмотрите, какая красивая мама здесь, смотрите. Видите, какая красивая? Как элегантно сидит она там. Вот так вот. Так что мы идем дальше. Посмотри на камеру. Мы идем дальше. Сейчас будем искать плавки. Не знаю, найдем, не знаю, непонятно пока. Ну что, друзья, мы уже на втором этаже. Спокойно вот тихонько идем. Мама ноги потому что болят. Проходим какие-то магазины брендовые. Вот.
Такой шикарный нам фотограф попался, такой профессионал, просто шикарный фотограф. Мама очень красиво сфотографировала. Ёлка такая большая, прям высокая. Смотрите. Ой, мам, там, оказывается, еще есть, смотри-ка. Ну, пошли там пофоткаемся. Пофотографируемся. Рояль есть. Сейчас будем фотографироваться. Так, друзья, мы чуть-чуть пофотографировались. Здесь вот, вот. Теперь идем вперед. Красивая очень. Ой, здесь можно сфотографироваться. Мам, вставай вот сюда. Вот туда вставай. Вау, как красиво, смотри-ка. Друзья, оказывается, это массаж. Спа-услуги здесь делают. Посмотрите, как красиво украшено все. Как будто лес какой-то. Просто очень красиво все сделано, молодцы. Мам пофотографировал здесь. Сейчас мы пойдем дальше. Массаж делают здесь, да. Пойдем. А? Сейчас узнаем. Нога болит у мамы. Так, стой. Так, друзья, мы продолжаем идти. Ты хочешь поесть? Ну, сейчас давай мы пройдем и обязательно сходим в кафе какой-нибудь. Обязательно поедим сейчас, обязательно. Вот гуляем, идем. Видела фотографа. Поехал! Давай! Вот тут различные одежды продают. Мама сейчас увидит что-нибудь детское, обязательно захочет купить. Идет за, держится за перила, уже устала. Пошли хоть в кафетерий тогда поедим. В кафетерий. Там какой-то кафе вон есть. Ну как тебе торговый центр? Торговый центр как? Сейчас. А в кафе не хочешь? А я вас видел в Ютубе. Здравствуйте. Все, снимаем. Да. Снимаем. Там все. Веселый мужчина. Ну давай поедим. Будешь есть. Давай поедим. Друзья, в общем, мы ничего не нашли такого, чтобы можно было поесть нормально в этой кафешке. Мы решили идти дальше. Так что пойдемте с нами. Так, друзья, мы сфотографировались, идем дальше. Нам сюда. Мама, нам сюда. Идем дальше. Так. Идем дальше. Вокруг одни магазины. Одни магазины, значит. Пока ничего такого интересного. Вот. Вау, как красиво. Вот это красота. Что там такого интересного? Сейчас посмотрим. Смотрите, как красиво. Какая люстра. Вау. Видите, как красиво. Сейчас буду маму фотографировать.
Ну что, друзья, мы спустились по этой красивой лестнице. Теперь идем назад. Уже идем назад, мама устала. Каблук высокий. Вот, в общем, красота, конечно. Просто все красиво. Так вот. Смотрим на различные магазины. Журналы продают. Нам, наверное, сюда. Нам на эскалатор, наверное, надо. Слышишь меня? На эскалатор надо. Пойдем на эскалатор, вон туда. Спускайся. Друзья, мы спустились на минус первый, я так понял. Я маму сфотографировал напротив этого фонтана красивого. Сейчас нам немножко отдохнет на скамейке. Мы пойдем дальше. Вот так вот. Вот сюда присядь и отдохни. Друзья, мы немножко все перепутали, как всегда. Заблудились. Вернулись на первый этаж. И идем. Сказали идти прямо, потом направо. Так, друзья, мы прошли очень красивый ресторанчик там. Вот. Теперь идем вперед. Мама его сфотографировала на стульчике. Друзья, посмотрите, как красиво оформили стенку. Мам, встань, вставай. Красиво оформили стенку, вообще такие молодцы. Вставай, говорю.